Это классный игровой набор «Школа» от Fisher Price. Здесь все как в настоящей школе. Есть вот такой вот звоночек, который мы можем таким образом позвонить. Школа вот таким образом раскладывается и включается мелодия. Есть отсек с батареечками. И тут вот класс. Здесь есть глобус, который можно покрутить. Различные вот такие вот настенные наклеечки. Поближе пытаюсь показать. Кто у нас тут? Здесь у нас какая-то игровая, наверное. Так, и здесь вот уже сам класс. Сюда можно вставлять эти фигурки. Их там целая серия. Тут играют мелодии, если нажать. Здесь вот видно, есть рюкзак. Шкафчики. Здесь можно померить рост. И тут у нас, видно, доска уже идет. Здесь также все крутится. Издает звуки. Вот это вот что тут. А, вот это вот парта. Вот сюда садим фигурки. И здесь вот видно тетрадка, линейка там. Это как парты. И сюда можно, видно, еще фигурку тоже. Как учителя. И вторая половинка. Здесь есть качелька, как игровая более зона. Тоже сюда фигурки вставляются, кнопочка нажимается. Здесь вот можно посидеть, пообедать. Тут вот такая столовая. И при этом еще вот как трещоточка. То есть мы выбираем, да, что тут морковка, там овощи, фрукты. Вот так вот мы это все выставляем. А сюда мы можем посадить фигурки, посидеть за столиком. Вот, здесь на втором этаже тоже есть подвижные такие детальки, тут все крутится, здесь разноцветные такие, можно покрутить для изучения цветов, счета подойдет. Так, что там еще по звукам? Часики еще также есть, часики тоже можно выставить время, стрелочки подвижные. Вот здесь она рассказывает. Дверца открывается, закрывается все. Так, здесь у нас вот разные мелодии, песенки. Так, и вот таким образом выглядит вторая половинка. То есть все очень реалистично, как настоящая школа. А здесь вот интересно, можно как сад поливать. Тут вот что-то посадили. Вот и леечкой, вот так вот оно. Вот они даже показывают вначале семена, потом водичка, солнышко, и потом это все вырастает. Очень классно. Очень все продумано. Ну и качественно, конечно, качество. Fisher Price — это, можно сказать, вечные игрушки. Пластик у них вот здесь отсек с батареечками. Так по состоянию. Вот даже звук можно выключить. Играть, допустим, без звука. Состояние очень хорошее.